Акробатикой Тамара Давыдова занимается 12 лет. Впервые в отделение она пришла, когда ей было 5. Маленькая Тома с замиранием сердца следила за грациозными прыжками спортсменов, решив для себя, что обязательно научится так же. Сейчас девушка – кандидат в мастера спорта и останавливаться на достигнутом не намерена. Держать себя в форме ей помогают соревнования. Мне нравится участвовать в соревнованиях, потому что это азарт, это возможность показать, что ты умеешь. Ты же приходишь на тренировки каждый день, по несколько часов занимаешься, и это хороший шанс показать, чему ты научился, и показать себя. Я буду исполнять свои связки, которые, в принципе, тренирую уже давно. Это 2,5 тома 2 бланша и 2,5 тома 2 гла назад. Первенство города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе прошло в минувшие выходные. В юниоре собрались юные акробаты с разным уровнем мастерства – от 3-го юношеского разряда до кандидатов в мастера спорта. Несмотря на волнение, каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. Цели спортсменов самые амбициозные. Недавно мы ездили на соревнования по прыжкам в федеральном округе, там я занял 1-е место. Потом мы ездили на областные соревнования, которые проходили в Нижнем Новгороде, там я занял 2-е место. Планирую я стать чемпионом мира. Волнение – главный враг гимнаста, считает тренер спортивной школы ИКАР Александр Бакаров. Сильные переживания порой могут перечеркнуть часы упорных тренировок и миллионных оттачиваний сложных элементов. Любые соревнования для ребят – отличная возможность научиться самоконтролю и держать эмоции в узде. Уверенность в себя – это в первую очередь. Настрой, вот они здесь проявляют себя. Вот то серьезно, они вот кто… более-менее настраивается, тот и побеждает, естественно. Сильнейшие батутисты этих соревнований представят наш город на первенстве области в Нижнем Новгороде 18 декабря. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.